Таможенный союз — это повышение цен. Таможенный союз — это распад демократии. Таможенный союз — это потеря суверенитета для Кыргызской республики. Вам это надо? Нет! Свободный Кыргызстан! Да! Молодежь Кыргызстана таким образом накануне провела митинг против вступления страны в таможенный союз. Политический протест в виде флешмоба состоялся специально в День Конституции. Организаторы и участники акции считают, что в таможенном союзе Кыргызстан вновь окажется на задворках новой империи. Я не помню ни одну страну, которая смогла разбогатеть, будучи маленькой и закрытой. Мы не можем разбогатеть, мы просто станем сырьевым придатком. Российская Федерация, будем покупать только то, что там есть, еще и дороже, чем сейчас мы имеем. Противники нового союза утверждают, что Кыргызстану крайне невыгодно рубить налаженные за долгие годы экономические связи с Китаем. Это неминуемо после вхождения государства в единую таможенную зону. Сейчас в сфере торговли и совместного производства с Поднебесной в республике трудоустроены не менее 200 тысяч человек. Если Кыргызстан открывает свою территорию для пребывания иностранцев, для торговли, значит, следовательно, начнется открытие. К сожалению, в таможенном союзе мы видим немножко другой посыл. Это будет закрытие внутреннего рынка других стран ВТО, и, следовательно, мы проиграем. Оппозиционные политики, выступая на митинге, предупредили, если сейчас кыргызстанцы худо-бедно, но живут, то в таможенном союзе они превратятся в нищих. У нас средняя зарплата $220, в России $900, в Казахстане $700. Как мы можем с ними вместе развиваться? Как можно впрячь в одну телегу такого гиганта, как слона, как Россия, и маленького козленка, как Кыргызстан? В качестве аргументов своих доводов организаторы акции раздали всем информационные листовки. В них было детально просчитано, насколько вырастут цены на импортные товары в случае вступления Кыргызстана в таможенный союз. По словам представителей оппозиции, власти не смогут выдвинуть контраргументы, так как боятся оказаться в неловком положении. Поэтому переговорный процесс Бишкека с Москвой проходит втайне от общественности. Я являюсь противником этого таможенного союза, заключаемого нашей страной кулуарно. Потому что дорожной карты до сих пор население не увидело. По опыту Казахстана мы видим, что таможенный союз – это такое удовольствие для нашей страны неприемлемое. Потому что те же самые казахи ездят сюда покупать наши товары, покупать наши машины, покупают наши продукты. Если бы этот таможенный союз был выгоден, мы бы к ним ездили, а не наоборот. Между тем, эксперты подтвердили, что Кыргызстан, сделав выбор в пользу слияния с Россией, должен будет отказаться от части своей независимости. Например, Бишкек практически лишится права самостоятельно управлять экономикой, а без этого рычага, как известно, политика мало кому интересна. Вступление в таможенный союз Кыргызстан лишается экономической самостоятельности, потому что многие вопросы в сфере экономики, технического регламента, стандартов будут решаться уже не в Бишкеке. Митинг против таможенного союза в Кыргызстане проходит уже второй раз. Прошлая акция закончилась подтасовкой с сотрудниками милиции. Тогда в ней участвовали всего несколько человек. На этот раз противников слияния с Россией было гораздо больше.